Мы приветствуем вас в нашем морском театре. Вы знаете, у нас здесь все настоящее. Вот это синяя морская соленая. Артистика, пожалуйста, выглядится. Брызги, поверьте, у нас будут самыми настоящими и мокрыми. Поэтому помните об одной простой удивительной привычке. Если вы успеете загадать свое желание до того, как брызги коснутся вас, знаете, ваше желание обязательно исполнится. Морской пейзаж. Начнем с ярко-желтого солнечного цвета. Богатый сочный зеленый цвет жизни. Много слез вам в сердце и возвышенного неба. И последний штрих – насыщенный красный цвет. И вот шедевр готов. Мы напоминаем, что эта уникальная картина будет ждать своего обладателя после представления. И через 9 минут приносит удачу. Сразу после общения с дельфинами у людей ухудшается настроение, повышается работоспособность, исчезает чувство агрессии, апатии, усталости и напряжения. Что бы хотелось еще рассказать вам об этих удивительных созданиях, так это то, что дельфины – это не рыбы, млекопитающие из отряда китообразных, которые очень схожи с людьми. Строение внутренние органы у дельфинов такие же, как и у нас с вами. Дышат они легкими атмосферным воздухом. Жабр у дельфинов нет. Рождают дельфины одного детеныша. Природа щедро одаряет дельфинов. Но есть у них одно поразительное свойство – способность дарить радости людям. Эту радость несут наши артисты. Встречайте! Спасибо, Геркулес. Все прекрасно. Сводка весело. Можно начинать. Как известно, дельфины очень любят играть. А любимые игрушки, мячики, а также играть без поддержки и без зрителей. Продолжаем играть. Возьмем сначала посложнее. Посмотрим, сколько же наши артисты играют сразу. Двумя вещами. А пришло время убедиться. Большим и красным мечом.
стало. Віде Геркуліс уникається прощання з Певелією Гринкинстія. Сьогодні центр басейна. Танго.